Всем привет! Канал Ирина Цветики. Дорогие друзья, мы находимся на борту самолета на высоте 10 тысяч метров. Ну, шучу, конечно. Магазин Оторбекова, город Краснодар. Такая здесь духота. Ну вот работают вентиляторы, но толку от этого мало, я вам скажу. Дышать нечем. Ну тут орхидеи, завоз. Я так увидела, ну, захотелось посмотреть самой подробно. Ну, начнем вот с мультифлорочек. Мультифлоры шикарные, цена 1350. Завтра подвозят, и в пятницу. Ну, я покупала такой шикарный куст. Так, ну, названия нет. Цены нам 1350. Ну, на рынке был вкус шикарный и дешевле. Вот такие зелененькие. А их не видно, что они зелененькие, меленькие. А вот такая у меня бабочка, по-моему, есть. Бело-желтая. Растет листик. Ой-ой-ой, 980 рублей. Ну, это, конечно, не бабочка, но она вот переливается. Жалко, освещение очень тут неподходящее. Не видно, что она переливается. Как ее показать? Тут дует сильно. Ну, в общем, да, показывать не очень удобно здесь. Так, вот такая красоточка. Ну, я видела стандарт. Высокие, красивые. Тут вот отличная корневая. Ну, размер мелкий почему-то. Смотрите, попугайчик притаился. Тоже под видом мультифлоры он там. Тут. Ой, Монако, прям коричневый. Меня просили купить Монако. Ну, понимаете, просить одно, а прислать предоплату другое. Не всегда я могу взять вот на свои много вот. Кто-то попросил на 2 дня, кто-то попросил в долг. Потом что-то я купила, и все. Как бы мой лимит, мне еще нужны деньги для жизни, поэтому вот такой бедлипчик. Бедный. Мне заказывали такой полосатик. А вот, кстати, бедлипчик полосатик. Сейчас пошлю фотографии. 1000 рублей. Ну и он так, скажем, чахленький. Нет, что-то дорого для него. Мы такие брали дешевле, 1000 на рынке. Вы знаете, пакеты горячие. Берешь их, они горячие. Так, что тут у нас еще есть интересно? Вот мэджики. Всякие разные раскраски. Ой, какой красивый. Ну, у нас были и мэджики, и бернандеты. Там набрали мы всего пестреньких. Уже не хочется, наверное, да? Ой, крупный, красивый. Похож на жемчужину императора. Ну, не знаю, насколько похож. Так вот, очень тесно они стоят. Напрасно они вот так вот выставили все. Они горячие. Горячие. Конечно, цветочки повянут. Да, можно приглашать уже на оценку спустя некоторое время. На улице жарко сегодня очень. Да. Вот такой. Камбрии. Сейчас посмотрим. Микс.
1280. Вот такой рыжичек. Очень яркий, очень красивый. Консилиум свит шуба. Ну, их сейчас привезли, во многих магазинах есть. Такая звезда. Давайте Анцидиум хоть посмотрим, в этом миксе он или нет. Да, 1150 рублей. Ну, ничего так. Крупненькая. Ой, боже мой, тут такое миленькое. Тут такое миленькое. В горошек. Но оно поярче смотрится вживую. Ну вот. Орхидей много. Пойдемте с той стороны посмотрим. Так, с этой стороны вот такие небольшого ростика. Ну, красивая орхидейка. Сейчас посмотрим. Может, есть название. 980 рублей. Но есть хорошие корешки, есть плохие корешки. Орхидея красивая. Мы летим под крылом самолета. Ай, не падай. Так, вот такая красота. Вот еще одна такая. А вот похоже на кауды. Но губа белая. А я думала, он большой. Я смотрела в обзоре, и я думала, большой беглетчик. А меня просили его, и я вот полетела, прям полетела. Нет, это просто... Это, знаете, размер кооды или деборы. Такой. Даже беглетчиком его трудно назвать. Так, цену показала. 980 рублей. Так, еще вот такая орхидейка. Ну, издалека показалось тоже, что это беглик. Вот меня похоже спрашивали такой. Ну, скорее всего, нет. Губа такая крупненькая, но это не беглик, конечно. Беглик. Губа должна быть большая. Хотя вот на этом она смотрится маленькой. Это, наверное, нет, тоже такая же. Это называется ошибочка. Вышла, приехала я в такую даль. Через пробки, через расстояние. Так, у нас тут есть Sunset Love. Им плохо, наверное, жарко, но они мокрые. 650 рублей цена. Их тут несколько штучек есть. А вот эту я тоже люблю белую. Вот она такая нарядная. 550. Я не знаю, это уценки? Нет, тут есть вот и желтые листья. Вот, видите, все подряд. И белые цветочки. Ну, почему-то меня это не удивляет, потому что настолько жарко и душно. Вот реально как на пляже. Эти вентиляторы не охлаждают нисколько. Такая мультифлора. Не знаю даже, на что похоже. Горшочек большой. 1500. Ого. Сейчас я ее поставлю. И еще раз покажу. Ну и состояние уже так себе, я вам скажу. Такая красоточка. Ну, она часто встречается. Вон далеко какие красивые.
А вон вниз я вижу с белой губой бегличек. Надо добраться туда, как вот на полстола туда добраться, я не знаю. Сейчас поищем, может, тут где-нибудь поближе будут еще. Бедные, они горячие. Так, это, по-моему, Рембрандт. Вот какая-то 110, не знаю какая. Ну да, вот так вот едешь через все пробки полгорода. А в итоге получается, ну да, я поснимаю обзорчик, конечно, покажу вам. Но я люблю, когда совмещается и съемка, и покупка, что удается что-то купить по заказу. Так, это так, я понимаю, у Ценка стоит. 250. Ну вот непонятно. А он просто так стоит тут. Карибская мечта. Так, тут вот такая красоточка. 400 рублей. Ну то есть тоже смотрите, что уценили, а что еще просто подставили с вялыми листиками. Вы подумаете, что это уценка, возьмете. А на кассе окажется сюрприз. Так, там еще был один стеллажик. Так, а вот еще один бегличек. А как же добраться туда? Там и ягуар, я вижу, стоит. Правда, мне не уточнили, надо ли еще ягуара. А то я вот так наберу. Потом прошу, возьмите. Ну вот я нашла, достала, вернее. Залезла в середину стола, достала вот этот беглипчик. Даже не знаю, брать его или нет. Тот был темный, бордовый. А этот, ну, во-первых, он светлее, чем вот почему-то обычно. Наоборот, на съемке светлее кажется. И во-вторых, он в крапушку. А тут был глубокий такой бархатный свет. Так, еще одна тележечка. Ну вот это тоже похоже на крупную. Выскочила, я разговаривала с женщиной, давала консультации по названиям, и все остальные уже забыла. Ну, это Тарина, на Каоду она похожа, но губа совсем другая, цветочек крупный, не такой кожистый, более простой. А вот, смотрите, внизу Мария Тереза есть, немножко вянет, но бутонов много. Я вот тут повяла, я тут нахожусь минут 15, и я уже вяну, мне кажется. Очень душно. Я такого не могу выносить. Какой-то не прокрас. А эти, интересно, почем? Вот 590. Небольшие. Ой, я думала, это этот, который востовик. Монтрекс. А он так вот смотрится, прям такой плотненький, свеженький, видимо. Крупные белые. Тут какой-то рыжичек бледненький. Тарина. Ну и не знаю, что еще показать. Вот это желтая сортовая. Вот у нее написано. Мирафлора.
Ну, все может быть. Так. Как ни назови, все красивенькие. А вот это, может, тоже с названием тут? Нет, только с ценой. Ну, на этом обзор заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Канал Ирина Цветики. Пока-пока. До свидания.